Самым маленьким боксерам сегодня по 10 лет. В этой возрастной группе в основном те, кто начинают спортивную карьеру. Данил Хохлов занимается около года. Позади несколько спаррингов, есть и победы. Сегодня немного не повезло. Соперник был быстрый и просто отталкивал меня. Памятный турнир в Искитиме – старт боксерского сезона в Новосибирской области. Сюда съезжаются спортсмены со всего региона. Постоянные участники – парни из Кемеровской области, Алтайского края, Северска, Камня-на-Оби. Впервые в этом году приехали боксеры из Казахстана. Это дает право называть междугородний турнир международным. Все последующие дни желаю, чтобы все у вас хорошо сложилось. Понятно, что все не выиграете, но надеюсь, что все получите положительные эмоции, хорошее настроение. Спасибо, что приехали. Ждем вас всегда. Приезжайте. Еще один рекорд 18-го по счету памятного турнира – число участников. В этом году их свыше 180. Спарринги пройдут в 4 возрастных категориях. На ринг выйдут парни от 10 до 16 лет. Каждый год один возраст по нарастающей. Старшие уходят, а маленькие приходят. Поэтому вот за 18 лет уже представляете, сколько боксеров у нас прошло здесь. Участие в турнире – это возможность показать, чему научились, посмотреть на технику соперников, а еще познакомиться с ними. Ведь еще не раз придется встретиться с этими спортсменами, говорит искитимец Сергей Щукин. Победа сегодня станет хорошим стартом. Соперники такие же в будущем потом будут, как бы, с теми же боксерами, с кем вот сейчас предстоит. Но самое главное – верить в себя. Представляешь, что ты выиграешь, и все получится. Этот турнир посвящен памяти кандидата в мастера спорта Дениса Бобринского. Парень перешел в бокс из баскетбола. Высокий и крепкий, вспоминает Александр Лукич. Он бы многого добился, если его жизнь не оборвалась. Уважают Искитим город, потому что он всегда принимает и размещает хорошо, и кормит хорошо. И его уважают. Его уважают как справедливого боксера. Он с твоей массой, он никогда не обидит никого. За маленьких как-то заступался все это. Потому что уважали, он как отца считали. Александр Винников, тренер Дениса Бобринского, воспитал плеяду искитимских боксеров. Когда-то и сам выходил на ринг. Сейчас, несмотря на возраст, продолжает приходить в зал. Поддерживает своих на соревнованиях. За любовь и верность спорту от Новосибирской Федерации награжден орденом ветерана бокса. Стимул какой-то и дальше работать, и приносить плод ребятишкам и все. Они же раз даже слушают, подсказываешь им, они принимают. В общем, очень приятно, потому что это моя вся работа, вся моя жизнь. Из-за большого количества участников в этом году памятный турнир по боксу в Искитиме будет проходить 4 дня вместо 3. Площадка проведения – спортзал детской и юношеской спортивной школы.